Буквально час назад я сняла видео, я еще не смонтировала, про свои орхидеи, которые на улице. И такое было утро хорошее, теплый ветер, тепло. И посмотрите, что у нас началось. По прогнозам ливень на 7 часов, то есть будет идти 7 часов. Опять Москву все затопит. И вроде как сильное похолодание в ночь. Бедная моя орхидея. Ну, в общем, короче, надо перебираться уже на зимовку домой. Вот такая погода мне уже не нравится. Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Я все лето не показывала вам свои орхидеи, которые стоят у меня в саду. Я снимала видео, а потом открою его, посмотрю, и что-то так мне грустно, я его удаляла. И не один раз я его удаляла, показывать было нечего. Орхидеи объявили забастовку, и цвести у меня за все лето никто на улице не цвел. Но очень активно росли, и сейчас растут, есть новые ростики. И вот только в августе у меня тут появились цветоносы у некоторых. И я вам, ну хотя бы в сентябре я вам их покажу. А так прям вообще какая-то печалька, я прям расстроенная такая была, думаю, ну что такое. Так, котлей. Котлей у меня становится все больше и больше. Я как бы продавала свои орхидеи, освобождала место, но это место очень активно заполняется новыми орхидеями. В Москву доехали орхидеи, которые не успели к выставке. Буквально через два дня одна поставка пришла, и вчера в Флорарии тоже бразильские котлеи тоже приехали в Москву. Так что опоздали, да, но вот заказы мы все свои получим. Здесь у меня на этом столе котлеи стоят. Здесь и новые, и старые. Давайте я вам помылу финей покажу. Это вот новые росты, которые у нее выросли за лето. Вот здесь вот сразу чехол. Не знаю, видно? Вот сразу чехольчик. Ну, помыла она не подводит. Она зимой тоже цвела. У нее были цветы. Единственное, я фотку делала, а снять не сняла. Вот здесь тоже есть новый рост. Но, не знаю, чехольчика я никакого не вижу. Может быть, будет. Так, это вот у меня давно, и что-то как-то она все никак-никак, и вот новый рост у нее есть, ну пусть растет. Так, здесь у меня, ну я говорю, здесь и новенькие, и с прошлого года, и хорошо, что есть движение, есть новый рост, они растут. Так, вот это у меня вот такая котлея. И вот новый рост за лето. И вот там уголочек чехольчика. Ну, не знаю, будет, не будет. Главное, есть движение, есть рост. Вот здесь тоже очень много у этой котлеи наросло новых ростиков. Ну, вот у меня некоторые бирки замочил дождь. И поэтому даже уже не знаю, кто это. Так, здесь у меня висят. Вот такую конструкцию я соорудила. Орхидея котлея, она у меня цвела. Я ее не снимала. И, по-моему, даже фото... Нет, фото я, наверное, делала. Цвела небольшими цветочками. Цветочки не пахли. Вот новый ростик у нее и чехольчик. Я ей сделала летом вот такую корзинку. Вот захотелось мне и повесила. Вот она у меня здесь висит. На блок я пересадила бросоволу. Посмотрела у Ани калачик. Так шикарно у нее растет. А моя просто мучилась в горшке. Потеряли мы много листиков. И я думаю, нет, вот, наверное, я ее тоже посажу. Посадила, и вот там бутончик. Ой, ну смешно. Вот прикрутила ее, посадила, и вот и бутончик. Не знаю, зацветет, не зацветет. Может быть, на блоке пойдет. Жалко, надо было раньше, конечно, мне ее посадить. Очень много потеряно было, зеленой массы. Так, здесь у меня вообще моя надежда на цветение. Посмотрите, какой чехол, новый рост. Это котлея Максима. От Люки вот, тоже надеюсь на цветение, конечно, посмотрим. Держу на улице, ночь холодная, сегодня день хороший, сегодня тепло, ветер сильный, но тепленький. Вот, а ночи-то у нас, конечно, холодные, но так мне их не хочется заносить. У меня прям вот, знаете, как бальзам на душу. Вот смотрю на них на улице, и мне кажется, им так хорошо, им хорошо и мне хорошо. Ну, холодно, ночь холодная. Я унесла отсюда Бангкок Сансет, потому что он уже из теплого содержания превратился в холодное содержание. Занесла его домой, убрала отсюда одну морковку, ангрекум
тоже за лето очень, вот раз, два, три, вот третий лист за лето, и вот новые корни. Тоже хочу с ним попрощаться, потому что я не могу создать ему условия для цветения. Скорее всего, так цветение я и не увижу. Кто у меня здесь еще? У меня вот сюда, она у меня в другом месте была, я ее сюда принесла. Вот такая вот красотка. Вот этот вот цветонос, она цвела зимой, но цветок прислонился к стенке аквариума, я его не заметила и пропустила. И мне написали, что может быть револьверное цветение у кого-то цвело, да, но вот нет, так и засох цветонос. Не было револьверного цветения, вот оно у меня в кокосике. Вот, на выставке я их купила. Вот. Пафиния, ну что могу сказать, тоже моя ошибка, которую вот хочу-хочу, а условий-то нет, влажность ей нужна. За зиму, весну было два новых роста, они засохли. Вот опять она мне выдала новый ростик. Но, скорее всего, тоже не смогу я и создать условия. Так что здесь надо, конечно, мозг включать. Очень жалко. Вроде ты хочешь, тебе нравится, а потом получается, что ты не можешь создать условия орхидеи, и, соответственно, цветение ты не получаешь. Так. Ну, все котлеи очень много надавали. Вот здесь прям куча такая. Вот раз за лето, два за лето, три, четыре, пять, вот шесть новых ростиков за лето. Ну, бирки нет, не знаю. Так, это тоже. Вот у Максима, видите, здесь и чехол. Вот тут-то вроде у нее толстенькой такой, но не знаю. И вот сразу вот у нее еще один новый рост. Прям вот, что у нас вот зима? Зачем нам зима? Прям так хорошо. И заносить не хочется. Сейчас вот уже надо. Я сегодня, в принципе, хотела их уже заносить в помещение под фитолампы, но вот вышло вроде тепло, ну вот ветер тоже теплый, хотя было холодно, ночь холодная. Вот такое у меня загорелое тут чудо, она правда загорела еще под фитолампой зимой. Вот два новых ростика, тоже бирка у меня замочилась. Это что-то такое очень красивое, какая-то красивая котлея, ну вот не знаю. Маздевалия у меня осталась одна. Вот этот мой красавец Ангел Фрост, вот, весь в росте, бутончиков пока я не вижу. Вот единственное, мы сдавали докуманы, я погубила, я их залила, потом они были залиты дождем, я вовремя не посмотрела, и, в общем-то, осталась я без докуман. Но вот опять же, теперь я точно знаю, что мы сдавали больше у меня не будет. Вот одна остается, и все. Так, здесь тоже новые ростики. Это я на выставке покупала. Нет, это я заказывала. На выставке я другой покупала. Вот на выставке я покупала. В прошлый раз заказ я делала вот здесь, в этой ферме. И вот отсюда растение. Тоже всю зиму оно сидело, сбрасывало листы вот эти свои. Очень много. И вот летом наконец-то пошел рост. Надеюсь, что когда-нибудь отсюда что-то будет. Так, желтая птичка моя тоже очень хорошо растет. Листики загорели, может быть, зимой зацветет. Так, тут у меня, вот в августе у меня только появились цветоносы, но не у всех. Вот шелоп, вот выдал мне в августе цветонос. А бутончики мелкие, скорее всего, цветочки будут не крупные, но вот тоже вот движение. А так, говорю, что снимать? Вот, ну, сниму, посмотрю кадры, думаю, боже, ну все зеленое, что показывать? Нечего показывать. Лептотис у меня еще гуляет. Зиганисия Мурасаки, в том году холодное лето, даже в том году холодное лето цвело больше орхидей на улице, чем вот это лето было и жаркое, и дождливое, и влажности. В общем, все 33 удовольствия было, хорошее лето, шикарное, но вот с цветами, конечно, беда. Зиганисия растет, Мурасаки очень хорошо, много нового, надеюсь, что зимой, к весне, может быть, будут и цветы. Вот. Так, кто у меня там? Там у меня камбрия. Так, опять у меня проблема с дендробиум. Это вот цветочки на замерике. Розовенький такой. Вот видите, куча у меня детишек. Уже одну детку я от него отсадила. Вот, одной я поделилась. С одной девушкой отправляла ей. Вот. И вот такая у меня красота. Пообщалась с Еленой Шиловой, рассказала ей. Ну, она сказала, что дендробиумы и бульбофилумы навоз не любят. А я его весной
активно кормила конским навозом, и вот вполне возможно опять накормила на кучу детей, но никак не цветение. Так, тут у меня анцидиум какой-то, старый анцидиум, бирка тоже затекла и все стерлось, водой залилось. И вот тоже в августе с этой бульбы цветонос недоразвитый, цветонос короткий, бутончики мелкие. И с этой бульбы тоже, но это будет первое его цветение. Я его покупала мелким подросткам. Вот тоже, видите, цветонос короткий, невысокий, бутончики мелкие. И вот он все сидел, он очень хорошо рос. Я его пересадила вот в такой большой горшок. И вот выдал он мне в августе два цветоноса. Так, здесь в этом тоже большом горшке два анцидиума. Я их соединила, потому что если каждый сажать в отдельный горшочек, это очень много занимает места. Совершенно они меня как бы тоже не впечатляют. Ну вот увидела, по-моему, в Леруа вот этот я, два тут из Леруа. Красивенькие паучки вот эти пестренькие. Ах, мне надо. Ну вот надо. В общем, два здесь в одном горшке, два. И вот здесь мой желток. Желтый анцидиум, красавчик. Вот новая бульба наросла с этой стороны, с этой стороны. И вот прям ему огромный горшок я выделила, потому что он очень мне нравится. Вот, и вот он так вот прям посажен у меня в очень большой горшок. Так, тут у меня висит моя катлея, которую вот как изначально я в корзинку посадила, так она у меня и тут и растет. Очень много всего нового. Не цвело она у меня. Один раз она у меня цвела, но вот сейчас в активном росте, может быть, ну, теперь придется под досветку и, может быть, зацветет, а может быть, на следующий год весной. Ну, вот так она все лето висит. Я ее снимаю, замачиваю в воде или с удобрением, или дождевая. Собираю вот уже дождевую воду, хомячу ее на зиму. И все лето тоже, в общем-то, дожди-то были. И, в общем-то, у них дождевая вода, удобрение. Купила ведро строительное, специально огромное такое, 20 литров, большое черное. И вот я там замачиваю вот эту корзинку. Тангопею свою замачиваю. Вот она такая лошадка, но никаких у нее. В том году хоть осенью она проклюнулась, у нее цветонос был. Ну, здесь ничего. Ну, растет, активно растет. Хотя это вот все наросло весной, и вот все лето она здесь висит, и больше никакого движения у нее нету. Так, пропустила кориантос. Вот кориантос, он в этой корзинку был посажен. Единственное, что я весной вынимала его, добавляла ему там кокосовые чипсы, так немножко грунт ему сделала, поменяла грунт, вот, и вот новые ростики у него. Вот. Так что вот он в этой корзиночке все лето провисел, и скоро все на зимовку, совершенно прям не хочется мне эту зимовку, ну что делать, я говорю, у меня прям вот как бальзам на душу. Смотрю на них, думаю, боже, ну как вот на улице хорошо, ну как хорошо. Им хорошо, мне хорошо, всем хорошо. Вышел, полил, солнце светит, ветер дует. Так, цимбидиум моей сакуры активно растет. Вот какой год он у меня, цветения нет. Ирочкин из Греции растет активно. Я его пересадила вот в такой высокий горшок. Думала, он в ту сторону будет расти, а он раз вот новую бульбу вот в эту сторону дал. Ну ладно, тоже цветения не видела. Когда увижу, совершенно я даже и не знаю. Так, убрала один анцидиум. Я хочу вам показать. Вот здесь у меня в этом пробковом пеньке ваза такая, да, специальная. Это я делала заказ в двух фермах в том году. Орхидеи одинаковые, но фермы разные. Здесь вот, это вот отсюда, с этой фермы. Вот так получилось у меня. А это вот отсюда, с этой фермы. Но растения одинаковые. Вот название. И я сегодня, знаете, я так за ней смотрю, осматриваю периодически. Очень активно тоже растет. Много новых у нее листиков выросло. И вот прям вот отсюда он корешок, корешок уже вон туда углубился, в эту пробку. Я сегодня, знаете, что обнаружил? Сейчас я вам покажу, смотрите. Бутончика. Это должно быть что-то очень симпатичное и ароматное. Ой, ну прям вообще чудо. Просто чудо. Хотя вот еще неделю назад я заглядывала во все листики, в новенькие, ничего не было. А сегодня вот раз, два бутончика есть. Очень хочется мне посмотреть эту орхидейку. Так, здесь у меня стоит лекаста, вот тоже непонятная для меня
орхидея, так она у меня ни разу не цвела. Это новая бульба с весны. Весной дала она новый рост. И вот за лето выросла такая красивущая у меня толстая бульбочка. Никаких цветоносов. И горшок надо уже, видите, он для этой бульбы уже надо. Ну, как бы шире, да. В общем, не знаю, тоже моя ошибка. Цветочки-то симпатичные. Ну, я знаю, что у многих они цветут. Многие находят к ним подход. Ну, вот у меня пока... Это вот в том году выросла бульба, это вот в этом году выросла бульба. И все. Вот такая вот лекаста. Ну вот здесь прям приятный сюрприз для меня сегодня. Так заглянула и думаю, боже, два. Обязательно покажу, мне самое очень интересно. И вот такой вот пробковая ваза. Там сеточка на дне. Она у меня всегда влажненькая. Получает удобрение. И вот будут цветочки. Какая прелесть. Крестата моя целлогина опять в росте, вся в росте, цветов не было, цветения не получила. С мая месяца мои все орхидеи вынесены в сад. Я ее перевалила из горшка, который она пришла от карги. Просто перевалила, добавила грунт, и вот все лето она здесь стоит. Она и в том году на этом месте стояла, но опять никаких цветочков я не увидела. Даже не знаю, что сказать дальше. Цветения нет. Здесь у меня стоит башмачок. Фотографии я выкладывала. Вот, зацвел такой красавчик. Цветонос длинный. Поставила опору. Вот здесь есть еще бутон. Еще раскроется. Так все долго было вот это развитие бутончика. Я включила месяц, наверное, уже. Я начала его досвечивать. Под фитолампой он стоит вот под этой... интерьерный, и вот он как-то прям быстро-быстро стал, то есть света не хватало, и когда свет дала ему, он быстро стал раскрываться. Очень красиво, я уже не буду выключать фитолампу, цвет искажается, но очень симпатичный башмачок. Так, белатулум у меня здесь тоже, и морковку сюда принесла, потому что, ну, на улице холодно, как-то мне ее стало жалко. Сад скоро к зиме готовить, вот тоже и в саду надо порядок наводить, и орхидеи заносить, все цветет. Говорю, хоть и холодно, ну такая температура, что растения выдерживают. То есть морозов-то еще нету, но вот уже, конечно, ночью очень-очень холодные. Вот, второе цветение у роз. Петуни после стрижки тоже опять активно зацвели. Ну вот скоро надо будет все уже убирать. Очень жалко прощаться с этой красотой. Вот тоже здесь работы очень много. Готовить сад к зимовке. Так, здесь у меня стоят тоже орхидеи. Трихопилию фотографию я показывала. Вот такая красота цветет. Вот в прошлом году тоже в сентябре она зацвела. Я занесла уже домой. И как-то быстро цветочки засохли. А вот здесь уже вторая неделя. И цветочки на воздухе очень хорошо держатся. Вот такая красотища. Вот единственный, кто меня порадовал. Так, зигопиталумы мои в активном росте. Все зеленое. И поэтому, скорее всего, зимой будут цветы. Так, вот здесь у меня ангел зигопиталум. Он у меня решил погибнуть. И всю зиму я его выхаживала. Он дал вот новый рост. И с него, вот видите, один бутончик. А то прям совсем что-то раз и пропал. Так, ну вот видите, говорю, зелень. Вот что снимать? Нечего было снимать. Мне прям так грустно было. Думаю, ну и что такое вообще? Хоть бы кто-нибудь зацвел. Так, россиоглоссумы мои. Вот новые бульбы за лето. Вот такие вот огромные листья. Нужна, конечно, пересадка. То есть бульба уже свисает из горшка. И нужен горшок большего размера. Второй россиоглоссум. Ой, вся грязная. Пока потрогаешь тут все. Вот. Все лето я боролась с щитовкой, актарой. Собиралась уже пересаживать, а он мне выдал два цветоноса. Но цветоносы, я так думаю, что они уже больше не вырастут в длину. Вот здесь бутоны и вот здесь. Обязательно вам покажу. Очень красивая орхидея. И вот она будет цвести из двух цветоносов. Поэтому здесь пересадка откладывается. И как отцветет, обязательно пересажу. Грунт поменяю, все пересажу. И вот у него раз рост и два роста. То есть сразу и цветоносы, и росты. Вот тут вот тоже вот. Это вот, я говорю, все в августе появилось. До этого полная тишина.
Хибики я показывала скромно, потому что у многих смотрю, ну такое пышное цветение. А у меня вот так. Петр мне понравился, как написал. Это разведчики. Вышли разведчики посмотреть обстановку. Ну, надеюсь, что следующее цветение будет побогаче. Очень симпатичный, тоже стоит на улице. С мая месяца они у меня все. Здесь и фраги. Вот сидени мой. Сидени очень-очень вырос. Горшок ему мал. Я его уже хотела поделить, пересадить. А он мне выдал опять цветонос. Обычно он у меня где-то вот зима. А тут вот раз и цветонос. То есть откладываю я деление и пересадку после цветения тогда. И вот его старый цветонос, который с зимы, он все лето цвел. Ну, цветочки уже были маленькие такие. Ну, вот последний бутончик остался совсем крошечный. Скорее всего, маленький башмачок распустится. Так что вот здесь такая красотища. Зеленая красотища, немножко цветочков. Там фраги у меня стоят. Вот. И вот, ну, говорю, скоро домой. Не хочу домой никого заносить. Что такое? Прям вот не хочу. Почему у нас зима? Так, сейчас покажу вам малыша своего. Вот там у меня импровизированный флорариум. Он весь зарос. И вот здесь все лето, с мая месяца, у меня растет. Вот кто у меня здесь растет. Был один листик, и вот за лето наросло. Вот столько новых листиков. Нравится ему на свежем воздухе. Вместо вентилятора дует ветер. Опрыскиваю я его дождевой водой каждое утро. Он влажненький все время. Там вода, вот аквариум, мох висит он у меня вот здесь. Остальные блучники у меня все погибли. Но они, если посмотреть видео, они пришли в не очень таком хорошем состоянии. Ну, вот этот вот малыш. Ой, как-то давай я тебя спрячу. Мне нравится, когда вот он там травкой закрыт. Вот. Вот так вот тоже скоро все буду заносить. Тут трава какая-то подселилась, непонятные листья, тут вот чистотел. В общем, полный бардак. Ну, вот это за лето, видно, семена падали. Там у меня на блоке докумана. У меня их было две. Вот одна тоже погибла. Я ее прикрутила к блоку из корней папоротника. И вот два листа. Ну, вот здесь, конечно, у меня 50 на 50. Больше я склоняюсь к тому, что она не выживет. Но пока вот здесь сидит, держу. И вот выдала мне за месяц два новых листика. Сдавали мне все, больше никаких не сдавали, точно покупать себе не буду. Здесь у меня стеллаж с бульбофилами, они здесь все время у меня стоят, каждый год. Ну, здесь тоже все в активном росте. Вот здесь лови, очень много новых листиков у него выросло, бульбочек. Здесь вот тоже, но цветение никто не зацвел. Я говорю, просто прокатили меня. Здесь у меня стоит сидерея джапоника. Вот что это у нее такое? Опять, наверное, новый корень. Ну, растет. Вот она тоже с мая месяца на улице. Ни разу не цвела. Так, здесь вот кто цветет. Он цвел зимой. Я выставляла фотографию. Вот под фитолампой он зацвел этот бульбофилом. Вот он отцвел недавно, засушился, и у него два цветоноса, и вот сейчас цветение со второго цветоноса. Вот такая вот скромная красота, потому что мне даже кажется, что вот под фитолампой лепестки были больше, но все равно красивенький. А вот этого цветоноса я фотку выкладывала. Так что вот и бульбофилы у меня тоже прокатили, как я им была довольна, они все время у меня где-то август-сентябрь зацветали, но нет. Вот этот вот сидел-сидел, который клубничкой пахнет. Потом он тронулся в рост. Он процвел одним цветком. И сейчас просто активный рост пошел. Вот, вот это все новое. Это вот за это лето. Много новых с каждой бульбочки. Новые ростики. Так что, в принципе, я думаю, что он у меня зацветет. Может быть, зимой, может быть, весной. Но остальные все растут и не цветут. Поэтому я говорю, так что снимать? Вот что? И самой грустно. И вам показать нечего. Хочется цветочков красивых, а нету. Сейчас буду получать свои заказы.
которые были. Вот Бразилия, Котлея у меня там. Еще будут заказы, но я думаю, что до ноября они ко мне все доберутся. Ну, может быть, в октябре я уже всех соберу, и все будут дома, и все будут посажены. Вот, и вот, кто это? Муха какая-то. Так что вот такие вот у меня дела у орхидеи в саду. Поэтому, говорю, так было грустно и печально, никто не цветет. А вот зелень, ну, не знаю, что ее показывать. Все растут, все обработаны. Сейчас перед тем, как заносить, я опять все обработаю и от клеща, и от болезней. Здесь вот видно, что у листиков проблемы. Вот ансидиум тоже, да. Тоже вот стробии я их обрабатывала летом. И не один раз. Всякими такими от клещей. Вот сделаю еще одну обработку и уже потом буду заносить. Отслеживаю, конечно, я погоду. Говорю, вот прям та неделя была очень холодная. Ночь просто вот холоднючая. Как они все это терпят, конечно. Ну, вот терпят, видите. О, красотка. Просто красавица. Что-то, мне кажется, надо мне еще какую-нибудь другую. Розовенькую или красненькую. Посмотрю. Может, к весне. Очень они как-то, мне кажется, она даже неприхотливая. То есть, ну, вот, может быть, на улице. Из-за того, что она стоит. Ну, не знаю, мне вот нравится. Попробую. Подумаю, нужна мне еще одна или не нужна. Так что вот такие у меня дела. Поэтому вот так быстренько я вам показываю свою улицу, которую скрывала все лето. Ничего вам не показывала. Покажу свои котлетки, которые я буду получать. Ну, все свои заказики я покажу, которые ко мне приедут. Сниму видео. Так что... Как-то вот на котле. Я смотрю, многие сейчас на котле перешли. Прям бум какой-то котлейный пошел. Зигопиталум у меня будет новый. Тоже у меня в одном заказе есть зигопиталум. Вон цветонос. Вот видите, как хорошо брать камеру. О, какой жирный цветонос. Вот, смотрите. Видно? С этой палочкой. О, цветонос. Ну, я же говорю, сейчас вот я их занесу под помещение под фитолампу и все. И пойдут цветоносы, и пойдет цветение. Ну, хорошо. Зимой тоже нужны цветочки, и зимой тоже нужна красота. Вот такой вот обзор моих орхидей, которые стоят в саду. Вот, трихопилию вам покажу еще со всех сторон. И буду с вами прощаться до следующего видео. Обязательно покажу вам свои заказы. Всем пока и до встречи на моем канале.